Всем доброе время суток. Сегодня я вам покажу немного свою мастерскую. Строил я это помещение сам. То есть здесь столярка сама, сушилка, покрасочная и там комната отдыха. Ну, это я все покажу. Так, начнем со станков сначала. Что? Сверлильный, совдеповский. Вполне серьезная машина. Сверла на магнитиках. Торцовка Bosch. Здесь шкантарезы, сучкорезы, сверла Фостера, ну и перья. Ленточка стоит небольшая. Ну, я мало пользуюсь, в основном как-то лобзик применяю. Но когда уже ножки там кабриоль или что, туда уже и инструмент, малки всякие. Здесь фрезы. Это столик собирается. Гнутые ножки кабриоль будут. И гнутые сарги тоже кабриоль. Это в двух плоскостях. Сюда закладывается шпон под эти, и все это переклеивается. Это я потом покажу полностью уже все. Тут у нас печка. Здесь ступеньки из бука стоят для лестницы. Это пиломатериал здесь лежит. Ступки со ступеньки стоят, со ступенек. Здесь идет комната отдыха. Здесь трапеция лежит, покрашенная, хозяина ждет. Ножки от нее. Диван. Вообще-то надо отдыхать. Ну, как всегда, у нас все завалено. Пойдем дальше. Тут стоит шифонер. Как бы там все фрезы, документация и прочее, прочее. Тут лекала, шаблоны и прочее, прочее тоже. Ресмус, Хитач. Пятый год как-никак работает. Был чугунный ресмус, ну и вот там шейки на подшипниках все поразбило, временно этот взял, думаю, тот пока сделаю, так он здесь и прижился. Ну этот переставляется и место меньше занимает, как бы честно, чугунного смысла уже нету брать. Здесь фрезер стоит, самодельный тоже мой. Как бы к нему стружка отсос стоит. Вот такой фирмы. Ну ничего, хорошая пара, справляется на все 100%. Там снизу мешок цепляется. Здесь двери стоят. Ну они эконом-класса, сильно ничего тут не навороченного нет. Там сзади косауры. Опять шаблоны. Там площадка. Здесь у нас дубовые балясины, выточенные на нашем, на моем станке. Но о нем еще мы поговорим, еще много чего покажу. Здесь трубцины висят, резцы. Там навесные всякие, прибамбас снизу. Здесь в центре стоит мой тоже самодельный станок. Четырехсторонний. На него пила ставится. Долбежка. Потом фуганок. Там ножи видать. И сзади, и сбоку горизонтальный фрезер. Очень
очень полезная штука. То есть давится, если какие-то фигурные там наличники делаются, ну, вниз всегда легче давить. Также ставится шлифовальный барабан, шлифуется все. Ну, здесь станок тоже фуганок на 40 стоит. Как бы, ну, он заводской. Справляется с своими вопросами. На нем просто сейчас лежат филенки для лестницы. Вот такого плана. Переклеены из радиального в тангенс. Распил. Соответственно, вот такая разляпистая текстура у него. Специально сделана все, чтобы выделить арочный проем. Здесь у нас два компрессора. Большой, которым обдуваемся. И маленьким, которым красим. Он уже в моих видео есть тоже. Тесочки, всякие там чемоданы. Здесь ряд шлифмашин стоит. Вообще у меня их 7 штук. Ну и опять полочка, какие там масленки, дрели. Да, точило, забыл. Токарный этот я делал сам тоже. Вот такой. То есть он не просто токарный, на него можно одевать барабан. С наждачкой. Раз, барабан, и все. То есть какие-то там ламельки там туда-сюда в конты обработать можно на нем тоже все это сделать. Все это крутится. Здесь у нас покрашенный цех, так сказать, здесь красим все. Такие двери утепленные зимние, такой в экстравагантной расцветке. Там вытяжка закрывается, все это тянется. Ну, справляется, помещение небольшое, поэтому справляется. Вот здесь у нас лестница выставлена, чтобы столярке не мешалось. Сюда и вот эти филенки вот сюда вот и встают. То есть там дверка будет, там подвал будет у клиента. Лестница это в шахте, поэтому не просто с пола идет. Поэтому пришлось сначала имитировать шахту брусками, а потом уже и саму лесенку выставлять. Ну вот, собственно, и все мое хозяйство. Всем пока, до встречи. Много делаем интересных вещей, поэтому какие-то будут вещи мелькать, сниматься. Удачи!